Брось курить, это вообще элементарно. Я сама вот сколько раз уже бросаю. Но если тебя это так напрягает, могу тебе девушку свою посоветовать. Он доктор медицинских наук. Раньше гипнозом вроде как занимался. Если хочешь, могу его попросить, пусть с тобой сеанс проведет. Себе, например, что существует только засыпание и что пробуждение сна его не уравновешивает, тогда все остальное также погрузилось бы в сон. И точно так же, вдруг, если бы все причесное в жизни умирало, а умеет, оставалось бы мертвым и вновь не оживало, разве не совершенно ясно, что в конце концов все стало бы мертвое и жизнь бы исчезла? И если бы даже живое возникало из чего-нибудь иного, а затем все-таки умирало, каким образом можно было бы избегнуть всеобщей смерти и уничтожения? Никаким, сколько я могу судить. А ты, мне кажется, рассуждаешь совершенно верно.